Всем привет! С вами Владимир Туманов Плей. И мы идем в бункер. Я выпрыгнул в окно, Лена разбила ящиком здесь окно. И моя участь такая, что надо идти, включить генераторы, там электричество подать, куда-то питание. И вот так вот, па-бам, сразу я уже прыгаю. Она меня видела где-то, там кричит. Ага. Вот, кстати, да, вот, вот здесь она разбила, все. Лен, жди, короче, здесь. А я пошел. Так, ну, наверное, надо просто повыше подползти. Так, куда, куда? И вот на той лодке мы, наверное, должны уплыть. И мы сделаем это, все-таки пройдем. Пройдем, найдем сокровище, наконец. Да, вот здесь что, вниз? Поехали. А, хорош, быстрее, 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 пока там что-нибудь не упало. Ладно, можно там не торопиться было, да? Надо было раскачаться хорошо. Я просто что-то не подрасчитал. Ладно, сейчас пройдем. Давай наверх. Видок такой, море, нормально мы тут еще. Не, ну вот это получше. И мне уже надоело лазить там по подземельям, по всяким, да по... Этим катакомбам, блин, не знаю там, где они там прятались, эти чуваки. Так. Поползли. Вот здесь надо аккуратно. Оп. Сейчас качнемся. Разбежимся. О, хорош, я чуть не упал, прикинь, вообще. Давай, Дрейк, давай, давай, наверх. Капец, вы чё тут устроили? Трубы проржавели у вас все, ребята. Надо чинить все. И куда? Я если так прыгну, он же улетит. А, нет, фу ты, я думал, он не на платформу, а туда куда-то он, вниз. Нормально, ладно, хорошо, прыгаем. И чё, опять что ли все по новой? Блин, а как там пройти-то? Я не понял. Да хорош, а! Я не хотел нажимать, чтобы ты прыгал. Так. Давай еще раз. Ай-яй-яй, рано. И не цепанулся, прикинь. Хотя труба рядом была. Да что такое-то, а? Боже, Нейт! Ладно, еще раз. Вау! Давай, давай! Вот, цепанулся, все. Так, ай-яй-яй, хорош! Капец. Чуть не улетел. Ну а куда дальше-то я? Вот здесь-то я вообще не пойму, что, как мне тут допрыгнуть. И он, главное, вид-то не разворачивается. Чтобы по это посмотреть-то. Ладно, сейчас будем пробовать.
слышишь? Салливан, ответь! Нейт! Ответь, Нейт! Бесполезно. Сигнал не проходит. Что тут у них произошло? Что же тут произошло, а? Ладно, я хотя бы добрался до суда. Давай фильм какой-нибудь включим. И главное, знаешь что? Тишина, никого нету. Это очень настораживает. Ладно, хоть фонарик есть у меня, хоть не садится он, да? И автомат зачем-то мне выдали, короче, прикинь. Выдали. Ай, начинается. Идите вы нафиг. Так все хорошо было, никаких монстров раньше не было, ни тварей. Давай-ка заберем с собой, патроны пригодятся. Немецкий автомат какой-то. Страшноватенько, да? О, блин, нифига ты. Нифига он вылез прям на меня, а? Да давай, столько патронов на тебя ты потратил. Ты чё, блин? Интересно, драться с ними можно? Нет, он вырубится у меня, нет, с одного удара, а? Да иди нафиг, а, хорош, ну чё, блин? Блин, они мощные такие, он сразу цепляет, у меня сильно мутнеет в глазах. Так. Ай, блин. Еще и двое выскочило. Пацаны, вы чё тут засели? Так, ладно, вроде идем. Это, наверное, машинный зал. Патронов валяется везде. Ну, точно меня подготавливают к чему-то. Сейчас, наверное, полчища их прибегут их. Давай, будем пробовать как-то с ними бороться. Машина. А вот здесь мне, наверное, и надо электричество-то включить. Машинный зал же, ё-моё. Давай, крути. Чё надо? Давай, 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 Дрейк, молодец. Крути, все получится, Лену высвободим. Получилось завести? Слава богу. Слава богу, электричество подали. Дай хоть свет включу, что ли, блин. А, незваные гости, прикинь. Незваные гости. Все, всем пока, удачи, до следующей встречи, ребята.